Здравствуйте, это канал Ларисы Бочаровой из Новосибирска. Меня зовут Татьяна, у меня есть свой интернет-магазин на Юле и Авито. Турецкая одежда для детей. Здесь я делаю подробный обзор каждой вещи. Сегодня я хочу рассказать про очень симпатичный костюмчик из трикотажа на малыша. У нас есть размеры от 1 года до 3, но это размерная сетка турецкая, поэтому мы будем делать замеры. А сейчас хочу показать качество вещи. Такой очень крупный принт Божьей коровки. Хороший плотный трикотаж, который немного тянется. Без начеса. Он плотный, но не теплый. Качество прошивки хорошее. Его можно носить летом или использовать как пижаму, как некоторые наши покупатели делают. Штанишки. Сейчас будем делать замеры. Первый комплект на 1 год. Длина кофточки 32,5 сантиметра. Рукавчик 34,5 сантиметра. Длина брюк по внешнему шву 43, по внутреннему 25,5. Это написано на 1 год. Делаем замеры следующего размера. Написано 2 года. Длина 35 сантиметров по спинке, если смотреть. Длина рукава от горловины порядка 37 сантиметров. Делаем замер штанишек. По внешнему шву 46 сантиметров, по внутренним 28,5. И последний размер на 3 года, как указано на этикетке. Делаем замеры. Длина кофточки 37 сантиметров. Замеряем рукав. Тридцать девять сантиметров. Брюки. Внешний шов 52. Внутренний шов 32 сантиметра. Это на 3 года, как указано на этикетке. Обращаю ваше внимание, что под видео вы найдете ссылки на наши профили на Авито и Юле, где есть весь наш ассортимент, а также их стоимость. Через эти сервисы можно заказать товары, пользуясь их системой доставки Авито и Юлы. Для жителей Новосибирска отправляем по системе РЦР. До следующих видео встреч!